Предприниматели Димитровграда пожаловались прокурору на местную администрацию. На личном приеме юристы в синих мундирах рассмотрели вопросы о размещении незаконных рекламных конструкций. С обращением выступила бизнес-леди, чьи баннеры решением суда убрали с улиц города. Предприниматель не является монополистом в этой сфере, и решение Фемиды показалось ей несправедливым. У меня вот до первого числа висела социальная реклама по господину Куриному. Бесплатно. Меня попросили, сказали социалка, я сказала. Кто вас попросил? И почему это является социалкой, если это реклама одной из партий? Ну это же руководство города. По словам предпринимателя, предложение по размещению изображения поступило от компании, занимающейся изготовлением баннеров. Фирма якобы имела соответствующий контракт с администрацией города. Плакаты с явно политическим подтекстом на улицах Димитровграда появились незадолго до предвыборной кампании. И почему-то оказались социальной рекламой, то есть бесплатной. После истечения срока действия разрешения на установку рекламной конструкции, эти конструкции должны были быть демонтированы правообладателями. В особенностях рекламного бизнеса теперь разбирается прокуратура.